нас сегодня продолжается служение свидетельств, день благодарения. Я приготовил такой один стих небольшой и хочу его зачитать перед тем, как мы помолимся. «Когда кончится все, когда смолкнет грязня богословов, что в защиту свою орут до глухой хрипоты, утверждая свое понимание Божьего слова, они строят заборы, когда нужно строить мосты. Когда рухнут барьеры многих деноминаций, христиане поймут, что им нечего больше делить. Протестант с православным по-дружески смогут обняться, и баптист с харизматом друг друга решат полюбить. Когда кончится все, когда смолкнут слова фарисеев, что твердят всем вокруг, что они не такие, как мы. Когда каждый из них вдруг пожнет, что старательно сеял, фарисейской закваской своей повреждая умы. Когда первых попросят подвинуться в пользу последних, когда дерево, сено, солома исчезнут в огне, тот, кто беден, вдруг станет богат, а богач станет бедным. То, что будет именно так, я уверен вполне. Тогда станем мы подле него, кто справа, кто слева, и никто не найдет для себя в оправдании слов. Когда властной рукой он очистит пшеницу от плевел, когда властью своей отделит он овец от козлов. Все, что хочешь, возьми, но оставь мне надежду и веру, и возгрей в моем каменном сердце живую любовь, чтобы я никого фарисейской меркой не мерил, чтобы участи мне избежать и плевел, и козлов». Давайте мы встанем, помолимся, чтобы нам избежать участи закваски фарисейской, чтобы нам превзойти, как Иисус говорил, праведность фарисейскую, чтобы нам не пытаться войти в Царствие Божие со своей праведностью, но только с праведностью по вере. Господь, благослови нас, Иисус. Мы, Господь, сегодня пришли также к Тебе с верой, что мы спасаемся только, Господь, Отче. Аллилуйя, Отец, благодатью Твоей, Иисус. Это не от нас, не от наших дел, чтобы никто не хвалился, Господь, Отче. Благодатью мы спасены через веру. Сие Божий дар, Божий подарок. Спасибо Тебе, Господь, за эту неизливающуюся благодать, Господь, безграничную любовь Твою, которая непрестанно готова омыть всякого, всякого, любого грешника от всякого и любого греха. Господь, Отец Иссана, слава Тебе. Помоги нам устоять в это последнее время, Господь, Отче, когда умножается беззаконие, когда во многих сердцах уже охладила любовь. Дай нам, Господь, Отче, светить в этом мире, Господь, Отче, тьмы и быть солью, Господь, несмотря ни на что. Дай, Господь, чтобы эта соль не потеряла силу. Не дай нам, Господь, никого судить, никого и никак. Потому что, Господь, Отче, Твоя милость, она превозносится над всяким судом. Твоя любовь, она превыше всего. Хвала Тебе, Господь, наполни прямо сейчас, Иисус, это место, Господь, Отче, Твоей славой, Твоим Божьим присутствием. Мы отдаем Тебе приоритет полностью и целиком, Господь, в наших сердцах. Аллилуйя, Отец. Не дай нам, Господь, Отче, быть самодостаточными, но дай нам быть Богодостаточными, Иисус. Не дай нам быть эгоцентричными, но дай нам быть христоцентрированными, Господь, Отец. Благослови нас сегодня в этом служении. Наполни, Господь, наши сердца. И дай нам и далее приносить плод, который умножается, Господь, Отче. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Господа нашего Иисуса Христа и Церковь Божия скажет аминь. Давайте мы прославим нашего Господа. Поются вместе наши сердца. О-о-о.
наших слов, наши дела. Пусть наша жизнь отражает тебя. За тобой мы пойдем, и поются вместе наши сердца. На небесах, да придет царствие твое, да святится твое имя вовек, и да будет твоя воля всегда. Все для славы твоей отдаем, сила, таланты, мысли, наши дела. Радикально тобою живем, и поются вместе наши сердца. Жизнь тебе, вечная слава, вечная радость.
слава, вечная радость, вечная жизнь. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь, за все, за все. Благодарю Тебя, Господь, за все, за все. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Господь, за все, за все. Благодарю Тебя, Господь, за все, за все. Вечная слава, вечная радость, вечная жизнь в Тебе. 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 Сюда, чтобы искать Его лица. Аминь. Давайте скажем: Иисус, мы хотим увидеть Твое лицо сегодня. Бог, откройся нам. Откройся нам. Аллилуйя.
я тебя ищу. Соседу своему, ты не умрешь. Он обещал жизнь вечную. Мы будем жить вечно с ним. Аминь. Господь, спасибо тебе за кровь твою, пролитую на кресте, посредством которой жизнь вечную, посредством которой мы можем входить во святое святых, в славу Отца. Я вхожу в святое святых через кровь святую.
Thank you.
хочет проникать все твои глубины, прям в глубину твоего сердца. Открой ему свое сердце. Открой ему. Он войдет миром своим покоем, своим присутствием. Отдай ему боль, отдай ему переживания. Дорогой Господь, Святой Бог, для того, чтобы прийти и обитать со мною, ты пришел на эту землю во плоти. Ты принял страдания и боль на кресте. И написано, что Он пострадал для того, чтобы уметь утешать. Нет такой боли, которую бы не перенес Иисус на кресте. Нет таких страданий, которые бы Он не перенес. И сегодня Он говорит тебе: отдай боль свою мне, отдай боль свою мне, отдай боль свою мне. Я тебе дам любовь, я тебе дам покой, я тебе дам радость. Я буду обитать с тобой, как воскресший Бог, который, как победитель, который превознес все на кресте. Отдай ему, отдай мне, отдай мне. Не держись за обиды, за старые раны. Доверься мне, доверься мне. Аллилуйя. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим за то, что Тебя, что Ты обитаешь сейчас здесь. За то, что Ты проникаешь в наши сердца. За то, что Ты знаешь глубины наших сердец. Написано, что Он сердцеведец. Он Бог, который знает наши сердца. Господь, мы предаемся Тебе сейчас. Поклоняемся Тебе, как великому Богу, как Царю Вселенной. Прими, Господь, нашу хвалу. Пусть это будет благоприятное благоухание для Тебя, жертва, которая Тебе угодна, Господь. Мы благодарим Тебя еще раз за Твое присутствие на этом месте, за то, что Ты возлюбил нас, за то, что Ты предал жизнь свою за нас. Мы благодарим Тебя, славим Тебя. Слава Тебе, Боже. Я благодарю Тебя, Господь, за все, что Ты сделал для меня, Господь, и для каждого из нас в этой жизни. Слава Тебе. Прими, Господь, честь, поклон. Мы преклоняемся перед Твоим величием. Мы преклоняемся пред всеми теми делами, которыми Ты сотворил, сотворяешь и будешь сотворять. Тебе, великому, вечному Владыке, честь, величие и слава вовеки. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.